Фактически новое сердце подарили новорожденному ребенку врачи первой областной больницы. Аня появилась на свет сразу с несколькими сердечными недугами и была обречена на смерть, уверяют кардиологи. Но несколько часов на операционном столе, и у девочки появился здоровый шанс. Результат уникальной операции видела и слышала Анжела Брик. Биение здорового сердца маленькой Ани – самый дорогой для ее мамы звук. Еще до рождения девочки она узнала, что у ее дочери тяжелейший порог двигателя. Врачи предупредили, что без операции ребенок умрет. Поэтому к его появлению на свет готовились не только родители, но и кардиохирурги. Еще при беременности на втором УЗИ нам поставили порог сердца. Но нам поставили один диагноз – перерыв дуги аорты. И вот… Ну, когда родились, нам в родзале делали ХКГ Анютке, и там поставили еще один диагноз. После родов выяснилось, что ситуация еще хуже. У девочки обнаружили сразу два редчайших заболевания. Препятствие в главном кровеносном сосуде, делившее аорту надвое, и общий артериальный ствол, из-за которого у девочки смешивались венозная и артериальная кровь. Даже второй порог встречается лишь в 0,5% случаев. А пациента с двойной проблемой хирурги и вовсе никогда не видели. Им впервые предстояло устранить ее за одну операцию. От сердца в целом отходит не два сосуда крупных, которые мы с вами говорим, да, аорта, легочная артерия, отходит один крупный сосуд, который называется общий артериальный ствол. Да. Межжелудочковая перегородка, которая разделяет левый и правый желудочек, она не развита полностью. В ней большой дефект. Поэтому происходит смешение крови венозной и артериальной внутри полости сердца. Без хирургического вмешательства ребенок был обречен на смерть в первые же дни жизни. Поэтому уже на 11-е сутки Аню прооперировали. Врачи разделили общий артериальный ствол на аорту и легочную артерию. При помощи донорского материала сделали пластику дуги аорты и наложили заплатку на дефектную перегородку между желудочками. Девочке предстоит лишь еще одна повторная операция, но уже в возрасте 4 лет. По поводу легочной артерии нам придется еще выполнить как минимум одну операцию, но в более старшем возрасте, когда ребенок подрастет, потому что донорские ткани, у них нет такого резерва к росту и к увеличению, как у собственных тканей. Сегодняшнее УЗИ показало, 6-часовая операция прошла успешно. Спустя 2 месяца уникальная Аня полностью здорова. Сужение аорты было расширено, область сужения. И поставлена заплата между аортой и легочной артерией. И мы видим очень хороший результат. Теперь Анина сердечко бьется уверенно и сильно, как и сердце ее мамы. За дочку женщина теперь спокойна. Анжела Брик, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.